Глава 23. Головы и хвосты. Береги голову. У меня нет головы. Нет? То, на что ты смотришь, только кажется существующим в твоем аспекте ума. Чисто феноменальным и концептуальным. Значит, для себя ты безголовая? Как и ты. Если только ты посмотришь и увидишь. Кажется, действительно так. А как это работает? Это не работает. Я есть отсутствие моей головы. И все, что находится в нем. Кто-нибудь кроме нас знает об этом? Один двуногий мудрец из Англии даже настолько разумен, чтобы учить этому. А они ему верят? Слишком сильно обусловлены. Но многие поняли, это прямой путь внутрь, известный древним мудрецам. Но в первую очередь это опыт. А как же тогда остальная часть нас? Я имею в виду лишенная головы. Выглядит как обычно, объектная видимость в уме. Но тогда мы свободны. Я никогда не была не свободной. А хвоста у меня тоже нет? У тебя ничего нет. Нет никакого тебя, чтобы иметь что-то. И нет никакого что-то, что мог бы иметь какой-то ты. Более того, тот хвост, который, по-твоему, у тебя есть, вообще не стоит того, чтобы о нем беспокоиться.